подобно сказочной жар-птице, взлетела в Петербурге яркая звезда Дианы Вишневой. Совсем недавно Диану Вишневу назвали лучшей балериной Европы. Ее искрометный талант озаряет порой наш сумеречный город. И прекрасно жар-птица Дианы Вишневой в балете Стравинского и в хореографии Фокина. В аллее летнего сада будто притаилась красота классического балета Адана Жозель. И знакомые образы Альберта и Велисы одухотворенного созданы звездами 20 века Валентиной Ганнибаловой и Сергеем Викуловым. Thank you.
Петербурге возможно многое. И не случайно на берегах Невы, на стрелке Васильевского острова, среди парящих птиц возник вечный, неумирающий лебедь Фокина на музыку Сен-Санса. Балерина Мариинского театра Галина Рычагова напоминает нам ту романтическую легенду, которая существует уже более века для всех, кто любит искусство балета. Вплетаются тончайшие одухотворенные образы хореографии минувших веков. Более двух столетий парят они над нашим городом и создают то единое целое, которое называется гармонией Петербурга.